Всем привет! Всем привет! У нас на обзоре пошли уже арбузики. И сейчас мы вам покажем наш первый сверхранний арбуз, который уже созрел. Мы один уже сорвали несколько дней назад и скушали. А сейчас сорвем еще штучки два, чтобы было на вечер нам покушать. И этот арбуз называется, как, Милана? Емеля. Арбузик Емеля. Итак, вот этот арбуз. Емеля. А рядом лежит огонек. Залезли плети. Огонек еще, кстати, зеленый. И вот этот арбуз. Итак, Милан, давай срежем арбузик. Даю тебе ножик. Отрезала, да? Неси его. Наверное. Ну, давай ножиком грязючку эту срежу. Чтобы он у нас был чистенький. И ты помоешь его в ведерке. Мы его и взвешим, а потом отрежем. Угу. Иди мой, а я сорву еще один арбузик. Это, кстати, все плети емели. Сорвем еще один. Потому что арбузики эти порционные, и одного нам не хватит. Вот уже два зрелых есть. Я перед тем, как снять видео, прошелся, прощупал их и определил, что они смелые. Помой нож, спелые. Арбузик этот порционный. Кстати, смотрите, пока Милана его несла, он уже и треснул. Бывает. В руке. Впервые мы в этом году вырастили. О, так он, посмотри, как лопнул. Ложи пока нож. Я немного расскажу нашим зрителям об этом арбузике. Это сверхранний арбуз. Созревает он за 65 дней. Я сажал семечки этого арбуза в стаканчики в середине апреля. И вот сегодня у нас какое, Милан, число? Ну, сегодня... 20 июля. Да, и у нас уже второй спелый арбуз. Включай, Милана, весы. Посмотрим, сколько же... Он, кнопочку. Да? Да, только нажимаю ее сильно. Да. У нас стоят граммы, правильно. И вот этот... Он качается, да? И не держится. И вот этот арбузик затянул 1 килограмм 873 грамма. Нам надо купить новые весы, потому что последняя цифра не показывает. Ну, это троечка, можно понять. Что-то какой-то брак в этих весах. Почти 2 килограмма. Давай теперь разрежем, Милан. Это не обычный арбузик, а какой, Милан? Какая у него мякоть? Мягкая очень. Нет, цветом. А, ну зелененькая. Белая. А бело-зеленая. Разрезай. Хорошо. Он хрустит. Это беломясый арбуз. Сейчас. Может, помочь тебе отрезать? Наверное, да. Милана попробует. Какой он на вкус. Я одной рукой снимаю, а второй режу. Ну, давайте маленький кусочек. Пробуй и говори, какой он на вкус. Очень сочный. А по сладости? Вкусный. Сладкий, да? Mm-hmm. Мы пробовали его. Он очень сладкий, несмотря на то, что вот такая вот белая мякоть у него. Смотрите, как сок капает с него, переливается. Камера, конечно, не передает аромат, который он издает. Очень пахнет обычным арбузом. По вкусу они даже вкуснее обычных розовых красных арбузов. То есть, хотя бы вы смотрите, что он белый, это никакой не кормовой, он очень сильно сладкий и очень вкусный. Смотрите, как Милана его наминает. Домашние арбузики все-таки вкуснее покупных, правда? Да. Да. Этот сорт очень понравился мне. Я на следующий год обязательно его посажу. Смотрите, как течет сок. Милана придавила, прям капает. У нас и дожди были, и я поливал его. И они очень сочные. Но вы видите, пока Милана донесла его, он уже треснул. Второй арбузик вот тоже сорвал. И второй, смотри, треснул. Они уже переспевшие.
Вы представляете, если бы я сегодня не сорвал, завтра бы они сами могли треснуть и уже загниться или пропадать начать. Но мы вовремя их сегодня сорвали. Вот, очень густо они заплетают, хорошие плети. Рядом с ним у нас растет огонек, старый проверенный сорт. Обязательно сделаем обзор, когда они поспеют, но еще недельки две им расти. Это посажены позже огоньки. Они уже килограмма по два. Ну, они зеленые, еще вырастут. А здесь у нас емеля. Милана, еще хочешь? Да. Давай я тебе отрежу. Очень вкусные. Если Милана говорит, что очень вкусный, она у нас переборчивая в еде, то значит он действительно очень вкусный. Выращивайте такой вот. Сейчас я покажу, подожди, на видео. Смотрите. Семечки белые с черным краешком. Емеля. Бери. Обалденный арбуз. Ну и на такой сладкой ноте мы с вами со всеми прощаемся. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И обязательно оставляйте в комментарии свои. Пишите, выращивали когда-то вы белые арбузы с белой мякотью. Или, может быть, вы выращивали оранжевые, желтые. Расскажите в комментариях, какие арбузы выращивали вы. Всем нам пока. Будет интересно почитать. Да. Очень всем интересно. Пока. И ждем ваши комментарии. Пока.